Республиканский онкологический диспансер. 73 года на страже здоровья и жизни. Становление онкологической службы в Коми началось в 1948 году, в непростое послевоенное время. Тогда в Сыктывкаре открылся онкологический пункт, один из первых на севере. Сегодня Коми Республиканский онкологический диспансер – это многопрофильное многофункциональное учреждение, оказывающее специализированную диагностическую и лечебную помощь больным на территориях Республики Коми, Архангельской и Пермской областей. Все проводимые на базе диспансера клинико-биохимические, цитологические, функциональные, эндоскопические, радиоизотопные, рентгеновские и ультразвуковые исследования отвечают современным требованиям. Внедрены практически все виды хирургического, лучевого, химио, гормонального, иммунологического, комбинированного и комплексного лечения. Коми Республиканский онкологический диспансер – один из немногих в России, где есть собственное гематологическое отделение. Здесь оказывают помощь пациентам, имеющим заболевания, связанные с изменениями в системе крови. Благодаря современному подходу и ранней диагностике снизилась смертность. В своей работе врачи используют инновационные методы в использовании оперативных методик, лучевых методов и противоопухолевой терапии. Смертный приговор рака в настоящее время рассматривается через призму хронического тяжелого заболевания. Легкие формы рака успешно лечатся, а некоторых пациентов снимают с диспансерного учета. На территории Коми работают 4 центра амбулаторной онкологической помощи – мини-диспансеры, где оказывается первичная специализированная помощь. Располагаются ЦУАПы в Воркуте, Ухте и 2 в Сыктывкаре на базе городских поликлиник. В онкологическом диспансере работает дружный и высокопрофессиональный коллектив. Все сотрудники имеют соответствующие сертификаты по специальности, постоянно повышают свой профессиональный уровень. Почти половина врачей – это специалисты первой и высшей категории. Положительная динамика в увеличении продолжительности жизни пациентов – это не только заслуга нового оборудования, поступающего по федеральным и региональным программам Минздрава, но и всего коллектива, который стремится обеспечить больным уход и оказание квалифицированной медицинской помощи.